Сабина Обляскина, ребята, Сабина Обляскина, ваши аплодисменты. Добрый Спасибо. Вечер. Спасибо. Добрый вечер, друзья! Здрасте всем! Огромное здрасте по всем! Очень соскучились, долго с вами не виделись. Не делайте больше так, не уходите от нас на целый месяц. Всем привет, добрый вечер! Это новый сезон стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Может быть, те, кто смотрит нас постоянно, скажут, а в чем разница? Дело в том, что Тимур наконец-то купил новую рубашку. Давайте ему поаплодируем, это просто великолепно! Но это не она! Да. Ну и по традиции у нас супер гости сегодня вместе с нами. Певица Сабина Обляскина. Давайте ей поаплодируем. Сабиночка, привет! Всем здравствуйте! Еще раз. Вообще мы дуэт. Дуэт под названием Ив. Местные говорят Иви, а на русский переводится как Ева. Ты сказала, что была в Казахстане какое-то время или сейчас тоже, да? Да, и мы, собственно, занимались там музыкой, выступали. И пробовали, так сказать, новую жизнь. Ну вот ты была в Казахстане, почему пела на английском? Вы готовитесь куда-то на запад, пытаетесь выйти или что? Я не знаю, так просто мне очень или нравится, как звучит IELTS, английский. Ты готовишься? Мне кажется, английский очень мягкий язык, очень... такой певучий, наверное, второй после итальянского для пения. Просто так, идеально превосходно. Подходит. А песня как называлась, так, которую ты сейчас пела? Она называлась «Gravity». «Gravity». То бишь гравитация, да. Ага, я думал, то есть то бишь грабите с неправильным произношением. Ага. Песня, это первая песня, которую мы записали вместе со Степаном, будучи в разных странах. Почему ты, без конца, смотришь назад, и Степан все-таки пришел? Где там прячется между рядом? Я надеюсь на это, да. Все хорошо. Нет, ты вообще можешь повернуться, в принципе, и как бы мы с тобой так поговорим. Все, давай действительно, рубрика «Спина от Сабины». Отлично. Давайте. Итак, у нас три вопроса для Сабины. Давай. А кто твой парикмахер? Можешь отвечать. Правая и левая рука. Ну, как бы. Хорошо. Где твои секущиеся концы? Все пришли, все здесь. Хорошо. И кто сидит с тобой рядом за столом? Ну, слушайте. Спасибо. Очень так. Приятно. Это познакомилась. Очень близкая подруга, кстати, с которой мы и были тоже и в Казахстане, и сейчас в Ташкенте. Ее зовут... Степан. Лиен. Лиен, а полностью Лилу Лиен. И я хотела бы рассказать, что она в этом году принимает участие в конкурсе «Новая волна». Так, в качестве исполнительницы? Участника, ничего да. себе. За Вьетнам. Вот это вот поворот. Вот не поверите. Она даже может вам что-нибудь на вьетнамском сказать. Да, добрый вечер. Подождите. Я первый раз слышу, чтобы люди, которые собираются выступать за Вьетнам, так хорошо говорят «добрый вечер». Но у вас все-таки такой вьетнамский акцент чувствуется. Ну да, я могу поздороваться по-вьетнамски. Давайте. Синчао. Синчао кабан. Классно. Сейчас вон там где-то Сталлоне встает с луком. Ага. Ну, вот... а вообще на Сергеле живете, да, я так понимаю? Ну, чуть-чуть ближе к центру. А где будет проходить «Новая волна» в этом году? В этом году будет проходить в Сочи. В Сочи? В Сочи. Ага, почему именно Вьетнам? То есть вы, в принципе, могли бы поехать еще за ряд стран, но вот выбрали именно Вьетнам. Ну, все очень просто, потому что я вьетнамка, и у меня вьетнамское гражданство. Ой, вот так даже, ничего себе. Вы поете на вьетнамском? Конечно, пою. Давайте. Я на конкурсе представлю песню как раз национальную. Ее можно петь еще до конкурса? Конечно, ну, хотя бы пару можно. Строчек. Давайте, а мы вас поддержим чем-нибудь. Можете хлопками. Аплодисментами. Давайте. Спасибо. Спасибо большое, Лен. Просто восхитительно. И у нас сегодня очень необычные гости, дамы и господа. Это модераторы группы в соцсети Facebook, да? Это одна из
многочисленных групп. Наверное, да. Даже самая многочисленная, да, в Узбекистане? Нет? Ну, расскажите. Лилия Александра, ваши аплодисменты. Микрофон у вас есть? Рассказывайте, да. Мы давно хотели с вами познакомиться. Да, но мы всегда начинаем с того, что просим прощения у всех, кого забанили. Ничего личного, работа такая. А вот у нас сегодня такая программа, мы пригласили всех, кого вы забанили. У вас, правда, самая большая группа в Узбекистане, нет? Есть больше нас. Да у нас что? 166 тысяч сегодня. Ничего себе, 166 тысяч? У нас есть 200-тысячная группа новостная. Нет, подождите, 166 тысяч в одной группе. Это да. Больше, чем население Ватикана, Люксембурга и Джизака вместе взятых, да, получается? Это как пол Сергелей. Если вам так понятнее. Ну да, понятнее. Лен так вообще сейчас поняла. Мы вообще напросились, очень просили нас сюда позвать, потому что вы сказали, такая самая популярная программа. Мы вот хотели бы объявление сделать. По городу ходят две дамы по ресторанам, кафе, представляются модераторами потребителя и требуют покормить их бесплатно. Вот мы пришли, чтобы нас показали, это не мы. Я тебе говорил, ты проканает. Так это вы были. Зачем вы так? А как мы теперь будем? Вот не знаю. Я Александр представлялся просто. Ну, я Лилия, соответственно. Ну, понятно. Да, и Степан еще иногда с нами ходит. Все, спасибо вам большое, что пришли, друзья. У нас Александра, Лилия были с нами. Итак, встречайте резидент стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Его зовут Озот Шукрулоев. Привет всем! Привет всем! Сейчас развитие технологий меняет все. Когда мама ищет своего ребенка, они звонят. Они типа, где ты? Ужин готов, приходи. А раньше у каждой женщины был свой адский крик. Вот они подходили к окну просто. И вот они могли так крикнуть, чтобы ребенок, который находится за 3 километра, услышал, а все, кто оказались ближе, просто оглохли. Они типа собираются всеми силами, такие, ну давай. Озот! И там не только Озот, там Ширзот оглянется, там Бигзот оглянется, там Тимур пойдет домой. Там. И никто не говорил, погуляй еще рано, потому что по голосу заметно, не рано. И вы заметили вообще, какие жесткие у нас женщины? Вот, они очень жесткие. Честно, один раз я пришел с раной на ноге, что-то упал, прихожу и такой, мама, у меня рана. И она такая на узбекском, ульбумаса. Я такой, да нет, ты. И вообще у нас бухарский очень смягчается, когда ругаются. Вот это будет типа, ха, охзигинэнгнэн конэнгисэн чальпэкчэнгни сана, норончэгэ олэй сангинэн хайме. Вот они меня могли так поругать за то, что я вылил чай. Мне нравится вот эта последняя часть, когда они говорят «Хайме!» Типа «Ладно!» В принципе, вы можете сказать «Нет!» И мне нравится суеверие, например, чешется рука, значит, кто-то мне даст денег. Вот нет, как врач скажу, ты дашь денег дерматологу. Или один день, у меня есть друг, он тоже очень суеверный, он что-то кушает, я очень голодный, я говорю, оставь чуть-чуть, он говорит, нет, если это скушать, откушенное, то мы поругаемся. Я говорю, ты что, жмот, что ли? Короче, мы поругались, и в конце я говорю, видишь, а ведь я не скушал это. И вообще он четкий, он недавно говорит, книги нужно писать на уличном языке, чтобы их больше читали. Ну типа... Анна Каренина бросилась под поезд. Прикинь. Спасибо за внимание. Это был Озот Шукрулоев. Свой в доску, как я его люблю называть, Гырт Чарес, Валентин Ким. Амай, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Долго добирался. 3 метра целых. Амаги, ассаламу алейкум, мен исми Валентин Ким. Билесизми, кеча мен обедга хамкасбларим билан чиқдим. Ҳаммамиз шашлик заказ қилдик. Лекин бу шашликнинг думбаси жакуб экан. Орамизда битта одам
официант кетті, о кетті, машина яғы Джакуб екен, ілтымас, ашық кетінді. Шу пайтта ма ойладым, яқшы ем сабеседованиеден отуаткенді, маша адам йоғыды. Чүнкі ма хана екіргенді, маңге қарап тұрарды. Машина яғы Джакуб екен, ашық кетілі оны дейді. Болды, ман ішке алышмаз түшенді. 50 минтәлі пүлілі қамы көрді ма? Еңгі 50 минтәлі көрмәділі ма? Котті 50 минтәлі, котті еңгі шақыршқұр яқлыт пүл. Мәңгі яқмады. Яқмады, чүнкі әгер ма таксиін тоқтатсам, турми еңгі гәпләштім дейлі, барғанымды... барғанымды 5000 берама, фарас қылен. О, мәңгі, қайды өчі мәңгі, кәм, мәдәм йоғыз дейді. Ма бөпті, оке, беймалар. Ап қойын, мен сұм екен деймі. Әгер мен 50 мен сұм берсем, о мәңге майдам йоғы едісі. 46 мен мен. Yeah! Ану мен сұм ем сұрау алама онда. Йоке, мәсәлі, магазинге кірдім дейлі. Магазинге кірдім, бұханкені алдым, 650 мен сұм. 50 мен сұм бер ома. Кен ану кәсір мұнда қылады, сафет кәлін чықазады. Здачиге, сізге, хамасы. Білесінам, яшылгімді ма көчеді көп өнердім, ва асфальтліге екілардым ма. Екілардым, онам мәңге кішкісі ю, той кечен бітіп кетәді бетәрділі. Қызық, мәні тойым яқынлашы отты, леке ану асфальт халян біткені ю. Қазір әхіметті берген бұсыз, мұсқаймалы ән түрі жа көпайып кетті. Қанақыдыр құя деген, дубовый бар. Мен яшылгімді бітті мұсқайма бойген. Лед. Өлді, мұз. Түгеді. Яқынды интернетім бұзылып қалды, ішілемей қалды. Провайдерге телефон қылдым, машинаға-машинаға интернетім ішілемей әттілдім. Оператор, бөлі қауатыра мен деді. Мәдем езі перезагрузке қауарин деді. Хамасы ішілеп кетеді. Бөпті дедім, көшенейінді қоямандысам, тоқтап тұрын, есімізетті Танып қолданы болы. Валентин кем? Зор төбеді кемі? Мәңгі стендаплар есі ұмыма яқмейді. Мән әттім, қауатыра мендім. Телевизор үшінде перезагрузке қорен қамасы яқшы өп кетәдім. Хамаңге рахмат сілі білі Валентин кем болы. Легионер из Греции с русской фамилией Анастас Попов. Всем привет, добрый вечер, друзья. Всех рад видеть. Меня зовут Анастас, это греческое имя, а я не грек. И одна знакомая меня как-то спросила, ты грек? А я почему-то сказал, да. И потом она задала вопрос, слушай, а ты древний грек или обычный? Несмотря на то, что я не грек, у меня есть кликуха, и она, правильно, грек, да? Она мне не нравится, она меня... Бесит, на самом деле. Вот настолько бесит, что когда в школе я занимался греко-римской борьбой, все ребята были за греков, я один был за римлян. Недавно смотрел рекламу в интернете, и там был такой ролик, муж с женой, короче, стоят, и жена мужу говорит, «Игорь, я ухожу от тебя к Сереже, да?» «Почему, дорогая?» «Потому что у Сережи есть новые натяжные потолки». Один раз одна девчонка у меня спрашивает, «Слушай, у тебя есть машина?» Я говорю, «Нет». Она говорит, «А хотя бы права?» Я говорю, «Нет». То есть такая, да, о будущем думает, да? Я подумал, вот что за странная девушка, которая ведется на документы, да? Есть права, мы с тобой погуляем. Есть АВИР, можешь позвать меня в кино. Есть военный билет, я твоя навеки, да? И я подумал, что было бы классно с ней встречаться, потому что вот она бы очень круто хвасталась бы мной перед своими подругами. У меня такой классный парень, ребят, он очень крутой. С чего я взяла? Вы посмотрите на его характеристику из Махали. Такого про плохого человека не напишут. Недавно захожу на кухню дома, и около плиты стоит кирпич. То есть обычный кирпич. И я такой, типа, откуда этот кирпич? Думаю, спрашиваю маму, типа, мам, что это за кирпич? Она такая, а, этот? Не трогай, это бабушкин. И после этого у меня два вопроса. Зачем моей бабушке кирпич? И когда мама сказала, типа, а, этот? То есть дома есть еще кирпичи, которые я просто не нашел? Ладно, с кирпичом понятно. Моя бабушка армянка, возможно, это просто часть мангала, да? И потом я сегодня просыпаюсь, захожу на кухню, и там стоит два кирпича. Я говорю, мам,
Она такая: «Не трогай, это мой». Я понимаю, да, вот если я завтра утром проснусь, и там не будет третьего кирпича, я приемный. Все понятно с этими людьми. Я 4 года жил в России, и за это время забыл половину узбекского языка. Половину не в том смысле, типа, там, «Ассалому», как там дальше, нет. Какие-то слова помню, какие-то слова не помню. И из-за этого я попадаю часто в неловкие ситуации. Например, когда люди просят, чтобы я им показал дорогу, да, они такие, ну, начинаю всегда очень круто, да. «Кене Йордан Кереме, Гиапьо, Хос Чунтерберама». Она уже такая не выдерживает, говорит: «Ну можно на русском, я понимаю». Я говорю: «Йок». «Бер минут, олтмиш датыха». Она такая уже: «Майля, чапкяма, онгяма». Я говорю: «Не подсказывайте, я знаю, я учил». Да, но иногда у меня получается помочь людям, но в такие моменты во мне просыпается каратист, прям бешеный каратист. «Хос чунтерберама, шундо бораздекин, шундо, 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 шундо». Гельдис. У меня все, всем спасибо. Друзья, встречайте, Павел Ким. Всем привет, друзья, давно не виделись, как настроение? Я смотрю, отлично. Слушайте, в общем, у меня есть друг, у меня знакомый, он живет в 9-этажке на 1-м этаже, и недавно он женился и заставил свою келинку подмести абсолютно все ступеньки с 1-го по 9-й этаж, причем снизу вверх, понимаете? Причем она подметала все ступеньки с 1-го этажа по 9-й, и мы дали ей кличку «Рокки», понимаете? Потому что когда она добралась до 9-го этажа, она избила своего мужа. И... у меня есть друг, у него внутричерепное давление, и еще он лысеет. И оказывается, это связано. То есть внутричерепное давление выдавливает из его башки волосы, и поэтому они выпадают. Ну, по крайней мере, он так себя успокаивает. И я очень боюсь. Я очень боюсь облысеть, потому что, но это же не зубы, да? То есть это выпали молочные, сейчас отрастут коренные. И вот фраза «отпусти, если это твое, то оно обязательно вернется» тут не работает. Я очень боюсь облысеть, потому что, лысый кореец, ну это уродство, ребят, это ужасно. Мало того, что борода не растет, так еще сверху лысо. Абсолютное яйцо, понимаете, просто. Ложечкой бей, сейчас скорлупа отойдет, понимаете? И мне не пойдет лысина, мне не скажут: «О, Паша, ты как Джейсон Стэтхэм». Мне скажут: «О, Паша, надень кепку». Ну и что, что на тебе уже есть кепка, надень еще одну и уходи отсюда. Я в прошлом сезоне очень много шутил на тему национальности, я очень много шутил про негров, хотя их как бы нельзя называть неграми, их нужно называть черными, да? И вот смотрите. Глядя на меня, сразу понятно, что я кореец. Глядя на Тараса, сразу понятно, что он русский. Глядя на Валентина, сразу понятно, что он жирный. Но вот глядя на любого негра, вот какой он национальности? Понятно, что он может быть там алжирцем, зимбабвийцем, но нам же все равно. Мы же когда видим негра, мы такие: «Эй, кора! Кора! Негр! Смотрим за тобой». Я очень плохо говорю по-узбекски, и это очень сильно мешает, знаете. У меня во дворе, в огороде живет кошка, но она как бы ничья, она дворовая. И соседские дети иногда с ней играют. И недавно я выхожу в огород, прибегают дети и говорят: «Можно ли?» Спрашивают на узбекском: «Можно ли поиграть с кошкой?» И я хотел им сказать: «Ну, лучше не стоит. Она может поцарапать вас, или еще хуже, она может укусить вас». И я не смог перевести это на узбекский и сказал: «Играйте». Мархамат, Мушук, Кучук, Дафтар. И вот смотрите, до нас наконец-то дошли все эти электронные переводы с карты на карту. Поаплодируйте, кто пользуется. Согласитесь, стало удобно. Нет никакой проблемы оплатить что-то карточкой, если у тебя нет налички. Но вот... кто знает, что такое парнас? Для тех, кто не знает, что такое парнас, это когда девчонки танцуют арабские танцы, потом они подходят к столам, они разбегаются, как тараканы, они подходят к столам, начинают танцевать возле стола, и им дают за это деньги.
И вот почему они не принимают переводы по картам? Это же выгодно. Когда они танцуют за наличку, им могут дать 1000, 2000 сумм. Минимальная сумма перевода 5000, а? Выгодно, выгодно. И вот, смотрите, когда они принимают только наличку, они же тем самым нарушают закон. Я смотрел по телевизору рекламу, где мне сказали, что если у меня отказываются принять какую-то оплату за какую-либо услугу по карточке, я могу позвонить в налоговую и нажаловаться на них. И вот что, они этого хотят? Они хотят танцевать с терминалом в руках, а чтобы на животе у них был написан номер карты 8600-4924. И вот смотрите, вот прежде чем я закончу, я хотел вообще проверить на адекватность нашу публику. Мы как-то 2 недели назад с коллегами по работе пошли на обед в бистро. Все же знают, что такое бистро? Это когда ты приходишь, там огромная длинная раздача еды, и женщина за прилавком, она наложит тебе все, что ты захочешь. И одна коллега сразу сказала: «Я не пойду туда, мы провоняем». Я говорю: «Мы не провоняем». Только я открываю дверь и понимаю, мы провоняем. И потом мы заходим, подходим к раздаче, и прямо по раздаче бежит таракан. И я говорю женщине: «У вас таракан». Она: «Что?» Я говорю: «Женщина, у вас таракан». Она такая: «Ну и что?» Просто было такое ощущение, что она в какой-то момент скажет: «Ну и что? Здесь все тараканы. И я таракан, понимаете?» И вот поаплодируйте все те, кто вот побрезговал и не остался бы в этом ресторане. Ну, в этом бистро. Но вот вы же понимаете, что в любом кафе есть тараканы. На любой кухне есть тараканы. Просто в этом бистро таракан публичный. Он встречает гостей. Он такой: «Хостес». Хостес-таракостес, понимаете? А вот теперь поаплодируйте те, кто вот не побрезговал и остался бы в этом бистро есть. Да вы, ребята, отмороженные. У меня все, ребят, спасибо. Это был первый выпуск 2-го сезона стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Все только начинается. Спасибо вам, спасибо нам. Пока. Спасибо, до новых встреч. Вы, конечно, крутые, но вы крутые. Спасибо.